На сцене педагоги детской школы искусств номер 4. Несмотря на огромный исполнительский опыт, выступать перед жителями района, говорят, не менее волнительно, чем на престижном конкурсе. Но поддержка зала, как всегда, придает сил. Энергия зрителя, который идет из зала, естественно, они хорошо слушают, принимают всегда хорошо. Поэтому для людей поем, радуем. Потом это общение поколений. В зале были сегодня вообще совсем малыши, 5-летние дети, как нам сказали. И ветераны, которых мы всегда чтим и любим очень выступать для этого зрителя. Конкурс талантов в Октябрьском районе организовали общественные советы. Вокал, хореография, чтение стихов сначала устраивали смотры на своих территориях. Потом лучшие артисты, а их более 300, собрались на отчетный концерт. Приняли участие не только дети, как это обычно бывает, а приняли участие молодые люди. Приняли участие люди мудрого возраста. Самый главный итог – то, что Октябрьский район самый талантливый, самый счастливый и самый-самый. Поэтому нам это очень приятно. В награду за таланты артисты получили благодарность зрителей и медали «Куйбышев. Запасная столица». Алина Чемерис, Артем Сулайманов. События.